А у нас сегодня будет выпуск музыкальных пример. У нас прозвучат две музыкальные новинки, и первый наш гость, очень талантливый, замечательный, любимое слово, которое я произношу 3 года уже в этом эфире, Only GMG. Я правильно произнес, да? Да, правильно. Он же Тимур. Ничего себе. Да. Добрый вечер. Оля аж... GMG. Да, Оля аж замкнула. Добрый. Перезагрузите ее. Пока Оля перезагружается, рассказывай, как у тебя дела. Дела нормально. Сейчас потихоньку музыку продвигаю. Вот песню записал, пока никаких вложений в нее не делали, просто запустили в интернет, посмотреть вообще, как аудитория оценит. То есть в дальнейшем планируется таргет, то есть определенный посев этого всего, ничего чтобы себе, охватить только, больше аудитории. Сейчас только так? Сейчас сразу только так, сразу создаем, да. И уже продвигаем, в это вкладываем, да, деньги, конечно. Да? Конечно. Да. Тимур, мы тебя позвали не просто так. У тебя на днях, накануне, вышла новая композиция, новый трек, называется «Малолетка». Вот первый вопрос, который у меня сразу появился, не были у тебя проблемы с определенными органами после этой песни? Нет, проблем не было, просто сама песня писалась, то есть мысль была такая, то, что молодежь именно в таком возрасте, то есть в определенном возрасте, когда есть определенные цели там, в этот момент отдается эмоциям. У тебя стиль, как твой стиль вот можно назвать? Рэп, хип-хоп? Разноплановый вообще, да. То есть альтернатива определенная. То есть нет привязки к определенному стилю. То есть сейчас сама песня вот эта вышла попсовая, то есть может чуть диповая местами. Так. А так изначально начиналось все с хип-хопа, да, и то есть сама музыка меняется, рынок меняется. То есть большинство артистов подстраиваются. Очень мало таких звезд, которые, то есть, несут свой определенный стиль, то есть не меняя его, то есть и собирают определенную аудиторию. Сейчас музыка стала, грубо говоря, массовой, то есть... Ну да. Я уже не различаю. Сам пишешь, нет? Давно, лет, может, 16-17. Очень давно, я помню, как это все начиналось. Ну, это все в плане хобби было, то есть никаких определенных серьезных там намерений не было. То есть нравилось, сделали. Так, ну, был такой интересный этап. Я думаю, жители Черкесска, Карча, Черкесия этот этап помнят. Очень интересный проект был, назывался «Бородатый клан». Вот я хотел об этом. Я на днях вспоминал, я просматривал видеоматериалы той группы, и я ужаснулся тому, что это было в 2016 году. То есть прошло 6 лет. Вот расскажи об этом проекте. В 2016 году 6 лет, так сейчас 2022, я что-то потерялась. Нет, 6 лет, да, был. Первый ролик снят был 6 лет назад. А, подожди, 16-й. А, 6 лет назад, да, да, да. 6 лет назад был снят. Я запутался, ролик. Да. И вот, расскажи нам об этом проекте, почему в итоге он вот сошел на нет. Очень жалко, проект был крутой. Ну, там определенные разногласия в коллективе начались. То есть кто-то хотел такую музыку, кто-то такую, и в итоге все это распалось. Да. Не избежать этого нигде. Ну, сколько человек было? Мы еще пока держимся. Четыре человека. Ну, вот песня размещена сейчас на различных площадках. Получаешь ли ты уже отзывы от людей? Определенные есть, да, отзывы. То есть рекламой песни пока не занимались вообще. То есть, а мы сейчас занимаемся в данный момент этим. Ну это да. То есть запустили просто. Я уже да, обговорили вопрос. Уже в курсе. То есть, чтобы это продвинуть, то есть надо определенные вложения сделать в это. То есть сейчас будет записана еще одна песня, и будет выбираться, то есть какой материал стоит продвигать уже. То есть сейчас музыка, допустим, даже к нам в республику приходит не от нас, а из России. То есть сначала уходит туда, становится популярной, там приходит к нам сюда. Круто. То есть, происходит, да. То есть ты планируешь дальше, вот альбом планируется или ты пока еще не думал? Сейчас вообще смысла в альбоме никакого нет. Сейчас более популярно делать синглы. То есть ты работаешь над альбомом, то есть делаешь определенный альбом, выкидываешь, вот тратишь время, усилия. Там только две песни максимум затраты. Стреляют. Да, может все. Даже вообще ничего не стреляет. То есть сейчас неинтересно, да, делать альбом. То есть если ты какой-то личность какая-то очень известная, у которой большие прослушивания, просмотры, то есть есть смысл от альбома, люди будут ждать его, то есть где-то определенные спойлеры. А где-нибудь выступаешь сейчас? Пока нет еще. Значит, мы желаем этого. Да. Ну вот, значит, мне альбом не надо делать. Я думаю, Арчи Кен там, знаешь, какой-нибудь. Я скажу, что такое Арчи Кен, кому этот альбом нужен? Альбом для рисования ты хотел? Да, альбом по рисованию. Его никто не ждет, понимаешь? Разукрашки от Арчи Кен. Да, да, да. Кстати, а почему Only GMG? Кто выдумал это название такое? Да это я выдумал. Раньше изначально было просто Only, потом стал Тима Only, потом что-то как-то, не знаю,
Может, постарел. Тим, а G. Может, со временем будут добавляться буквы? То есть нет, не будут. JMG это просто аббревиатура, сокращенная из трех слов. Entertainment Company. Это просто аббревиатура из трех слов, сокращенная, и все. То есть у меня есть музыка, которая, то есть, не особо форматная, читаю. И вот там именно JMG. Ну, песня очень крутая. Честно, я бы эту песню плясал дома. Я танцевал до тех пор, пока не пришли соседи и не успокоили меня. Но песня крутая. На самом деле, я думаю, зрители убедятся. Спасибо. Что? При том, что я живу в частном доме, странно, соседи снизу пришли. Что-то еще было? Страшная шутка. И кроме чая еще что-то пил? Что? Кроме чая еще что-то пил? Кроме чая пил. Тимур, но кроме того, что ты занимаешься творчеством, чем ты еще сейчас занимаешься? Я занимаюсь своей семьей сейчас только. Mm-hmm. Вот у меня, ну, то есть я женился, у меня трое детей сейчас. То есть трое детей уже? Трое, да. Ничего себе. Большую часть времени я посвящаю то есть, семье своей. Круто, круто. Ну, успеваешь и семьей, и творчество. Бери пример. Ну, чуть-чуть, да, такой момент, то есть с творчеством проблематично стало. Как ты пишешь песню? Ты, ну, дома когда это, скорее всего, не получается. Когда все спят. Когда все спят, поначалу. Когда все спят, в основном, да. То есть дома... То есть так, да. Мне папа на расхват не дают мне, короче, покоя. Ну, а круто. Сколько детям лет? 5-3, короче, и 9 месяцев. Ух ты! Круто. Ну, надо было к нам приводить. Раз, два года у него что-нибудь разбить. С твоим жанром, действительно, мы разобрались, но все-таки я думаю, что есть определенные артисты, определенные коллективы, которые тебя вдохновляют. Любимые артисты твои. Кого ты слушаешь? Нет любимого артиста. Ну, вот кого ты можешь послушать, вот включить. Я вот так поймать. В основном не слушаю, у меня вот играет радио, я люблю радио слушать. То есть а какое? Реклама сделала студия 21. КЧР, FM? Да, студия 21. Слушаю, все вот оно играет в машине, и как бы нет определенного, то что вот, ну, есть, да, интересные песни, но нет определенного артиста, которого я слушаю. Это самый нелюбимый радиоканал Артура, кстати. Да. Для меня важно, чтобы песня была хорошая, там даже жанр не имеет значения. Оля, а ты вот, твои любимые коллективы? Тоже вообще... Нету. Сейчас скажу. Оля, ультразвук. Артур Халатов. Подождите, Артур... Да почему? Как дельфин. Наши исполнители. Артур Халатов, потом «Мамин компот», моя любимая песня. Что? Вот это мы, с точно песня? Ты половинка сердца моего. Ты которую... Ладно, я не буду петь. Я думаю, Артуру будет приятно это услышать. Русик, а ты? Что я? Каких исполнителей любишь слушать? Исполнителей? Которые исполняют вообще-то. Но я даже открою, что ты же любишь Aerosmith, признайся. Ну, это было давно, в далеком прошлом, на прошлой неделе. Сейчас я уже... Ну, сейчас более... Ну вот, оставшись наедине, какую музыку с ты собой? Включаешь? Да. Ну, страшно даже с собой наедине. Что бы я слушал, бы интересно. Свой плач, наверное. Свой плач. Всегда, когда я наедине с собой, я могу поплакать. Вот все засыпают дома. Ты садишься. Как это происходит? Не сажусь даже целенаправленно. Просто бывает вот в интернете лазю, слушаю там, допустим, аранжировки определенные, биты, кто-то выкидывает. Не знаешь, вот кажется, как-то... Настроенческое, то есть включил, бах, музыка, и ты сразу, короче, понимаешь. Мне вот кажется, ты просто сидел у окна и слышишь, там малолетки орут. Текст уже готов. Это в окно. Эй, малолетка, домой! Это про тебя! То есть ты сначала, ты пишешь тексты под биты? То есть да, есть люди, которые пишут, допустим, сначала текст. Я сколько раз пытался так сделать, никогда не получается. То есть ты под биты? Атмосфера должна быть. Музыка играет, ты сразу понимаешь, что надо. Круто. Никогда не понимала этого. Чего? Как так можно? Волшебный какой-то метод. Что? Она о своих темах. Да все, хватит. Ты никак не можешь этот вечер... Ты до сих пор за ту собаку, которая может себя чистить языком. Она ее до сих пор не отпускает вечер в клубе. Это какой-то волшебный метод. Я просто наехал, что увидела, как собака себя чешет везде. Мне пора уходить отсюда. Не, Оля, этому можно научиться. Твои творческие планы на будущее? Грандиозные. Какие могут быть творческие планы? Но я надеюсь, что все хорошо сложится. Ты сейчас планы есть? Ответил, как Адольф Гитлер. Да, как Адольф, точно, 100%. Опасно сидеть этим человеком. Есть определенные планы, то есть я думаю, что получится все. Надеюсь, что все получится. Ты нацелен на музыку, именно музыкальную? Да, именно на музыку.
Так, хорошо. Мы надеемся, что у тебя все получится, все, что ты запланировал. И, честно говоря, как я уже говорил, будем гордиться, что ты вот одно из первых интервью провел у нас. Only GMG. И мы еще тысячи, наверное, еще синглов будем слышать, треков. И это не последняя встреча у нас в студии, в этом уверен. Будут новые песни, будут новые поводы для наших встреч. Спасибо и тебе. Мы ждем от тебя музыкальный подарок. Да. Малолетка прямо сейчас. В смысле, песня. Ну не Оля же. Оля уже явно не малолетка. Так, друзья, все, я ухожу. Я устала, честно. А у нас студия не пустует. К нам заглянул на огонек, так сказать. Огонек, разожженный нашим жесточайшим чувством юмора. Это наш дорогой друг Зураб Тиков, или как его называют в узких кругах, Марсель Море. Марсель Море. Как тебя назвать? Марсель Море или Зураб Тиков? Просто Марсель. Марсель. Да. Да, Марсель. Откуда это появилось? С Франции. Ты имеешь в виду, откуда он? Он пришел, он приехал. Ты про имя. Да, почему вот в очках? Лето закончилось? Лето закончилось, а внутри меня продолжается. Ш-
чтобы не ослеплять круглый нас год. Солнечными лучами из твоих глаз, ты решил. Чтобы меня не ослепило солнечными лучами этой студии, да. Это, этих софитов. Ну, Марсель, во-первых, реально, почему Марсель Маре? Почему ты выбрал этот псевдоним? Ну, давным-давно Марсель, это еще с моей танцевальной карьеры. А, когда ты сказал давным-давно, я думал, ты расскажешь нардский эпос. То есть ты поешь, снимаешься в фильмах, еще и танцуешь. Ну, танцор я до сих пор действующий. Я вообще, в принципе, закончил учебу по профессии хореограф. Угу. То есть танцы хореограф. Вот именно профессиональные? Да, это профессионально. А какие национальные, ненациональные, что ты больше предпочитаешь? Здесь я любил эмоциональные. Потом больше уже перешел к эмоциональным танцам. Вот. Хип-хоп направление, это брейк-данс. Руси, куда ты смотришь? Я надеюсь, ты смотришь на свое колено. А, здесь еще Руси. Он куда-то вниз смотрит. Я просто смотрю, насколько мышца моя развита, смотрите. Пока Русик проверяет развитость своей мышцы, да. И вот, сейчас я другие посмотрю тоже. На всякий случай камеру отключите, которая на Русика, пока он проверяет свои мышцы. Вот как ты тренировал свои танцевальные? Нет, подожди, мы ему первый вопрос задали, а он на него так и не ответил. Да? Марсель почему? Маре. Почему? Да, да, так кстати. Куда? Мы тебя путаем, будем вокруг. Ну, началось с танцев. Я танцевал, мы ездили со своим танцевальным партнером, с кем я выступал в дуэте. Мы как-то поехали в Северную Осетию, и там на чемпионате по танцам, mm-hmm. по брейк-дансу. В общем, надо было себя как-то называть, свое имя не хотелось особо. Да, я решил, в общем, думал, а что мне? Мне нравится. Просто вот ни с того ни с сего, мне просто понравилось имя Марсель. А все. Почему, ну не знаю, Джигута Джигутович? Ну такое? Как-то, я не знаю, так посмотрел в зеркало, думал, нет, ну вот. Марсель. Ну или ты. Потянуло во Францию все-таки. Либо Умберто, ну Умберто. Умберто? Да, слишком. Умберто меня так и называли иногда. Ясно. Вот, оттуда пошло, и так и осталось это. Угу. И начал, когда уже серьезно заниматься музыкой, уже решил оставить это Марсель этот псевдоним. Да. Круто, круто. Ну, ты выбрал для себя, я скажу, очень такое редкое музыкальное направление в нашем регионе, у нас в краях, это регги. Почему именно это направление? Ну, я бы не сказал, что только регги. Да? Вообще, ну, в принципе, так. Никаких, ну, для меня особо рамок нету. Ага. Я не придерживаюсь определенного стиля регги, это, ну, единственное, да, шансон и национальные песни, я честно говоря, не обходишь стороной. Почему ты не хочешь выступать на местных свадьбах? Не. В чем дело? Было бы круто, Марсель Маре с песней «Аминат». «Аминат», да. Ну, я бы с удовольствием спел бы песню про «Аминат», потому что моя мама зовут «Аминат». А, тем более, да, круто. Как ты попал? Да, кстати. Ну вот твоя новая композиция, почему мы тебя вообще решили позвать в нашу студию? Во-первых, нам нужно выбить себе долги. Почему мы тебя решили позвать в студию? Потому что у тебя совсем недавно, накануне, вышла новая композиция. Называется она очень интересно «Думай своей головой». «Думай своей головой», да. Вот, вот тут стиль разве не регги был этой песни? Подожди. Нет. А что за стиль? Кажется, ты не разбираешься. Стиль называется «Чё по кайфу». Чё по кайфу? Да. Чё по кайфу или чё по кайфу? Чё копай вообще, так чё по кайфу. Чё по кайфу. Так, интересный стиль. То есть не придерживался никакого стиля. Вот как у меня вот в душе оно было, как у меня внутри, я видел эту песню, просто как пошло, так и пошло. Ну, что тебя вдохновило именно на эту песню? Почему «Думай своей головой»? Думать своей головой. Ну, наверное, то, что я не думал своей головой. Это совет всем людям. Так. Обращение, да, такое? Да, это больше обращение. Думайте, да, своей головой. Ну, вот как было прикольно, да, если бы я, например, мне, например, интересно было подумать, например, головой Оли иногда в некоторых ситуациях, головой Русика. А если бы они думали, вот представь, ты сидишь где-нибудь, у тебя неожиданно в голове всякая фигня, стихи какие-то появляются. Мне нужно изменить прическу, думаю, головой я изменила прическу, вот. Ты же видел, что делал у нас Русик? Смотрел на свои мышцы. Вот, так. Все. То есть в тот момент, когда он смотрел на свою... Я понял!
он в этот момент думал твоей головой. Я знаю, что ты очень любишь из твоих музыкальных предпочтений Боб Марли. Боб Марли. Да, еще кого ты мог бы выделить? Майкла Джексона. Еще. Еще. Себе. Накидывай. Так, блин, да много кого. Я джаз люблю, там, Аретта Франклин. Ты точно из Кричала Черкесии? Нет, я говорю, я француз. Я с Франции, а так вообще по национальности американец. Американец. Сам Сады и Хавля вообще. Такая интересная смесь. Ты совместил несовместимое. Вот. В принципе, как бы это выражено в моих музыкальных предпочтениях. Так. Ну, планируешь ли ты еще записи новых песен? Вообще, какие у тебя планы, расскажи нам. Естественно, конечно. Вообще, в принципе, я изначально себя позиционировал и до сих пор хочу позиционировать как музыкант, который исполняет вживую песни. Ага. Ну, то есть и играет, и поет, и как бы все вместе, это в совокупности. Ну, дай бог тебе долголетия. А ты вообще где-нибудь... Что? Чтоб вживую исполнял. Спасибо. Так, мы тоже надеемся, что все время будем вести эту передачу вживую. Что я хотел сказать? Вот. А танцы. Да. Сложно ли научиться вот этим брейк-танцевым движениям? Да нет. Все легко и просто. А вот крутиться на голове можешь на полу? На полу? Ну, с недавних пор нет. А что произошло? Что? Я потерял волосы, не хочу дальше сидеть. Из-за этого? Нет, ну не из-за этого, но просто немножко у меня другое направление. Мне просто дома, у меня ремонт, мне надо в полу дыру сделать, чтобы туда трубу, водопровод провести. Нет, это к другому человеку. Я вот по части уборки могу покрутиться на спине, чтобы было чисто все. А, вот так. То есть на спине можешь крутиться? У нас порой вот... Или вот где-то надо круг начертить геометрически, тебя буду звать с циркулем. С циркулем на спине. Хорошо, круто. Ну, лишь бы, чтобы не в спину. Ну, вообще, брейкдансом заниматься травмоопасно. Вот ты сказал про то, чтобы терял волосы. А вот травмы были? Естественно, да. Опасно такой, да? Ну, вот мне колено, операцию делали на колено, коленосустав. Так. В Смоленск я ездил. То есть вот это напрямую из-за этого? Ты после этого не бросил? Нет. Потом полысел. Что будет дальше? А дальше? Дальше интереснее. Так. Мне самому интересно, что будет дальше, честно говоря. Ну, у тебя, если честно, творчество очень интересное. Ты всегда пробуешь какие-то, вот делаешь какие-то эксперименты. Вот какие эксперименты ты вот хотел бы еще попробовать? Какие-то вот неожиданные направления? Ну, я, честно говоря, хотел бы совместить и свою танцевальную направленность, и музыкальную. Все это вместе. То есть выступать одновременно. То есть еще играть и петь, да? Играть, петь, потом еще со временем брать... кисть в ногу и рисовать одновременно. Слушай, я приду на твой концерт, мне кажется, это очень интересно будет. Да. Я посмотрел бы на свой портрет, нарисованный твоей ногой. Да. Ну, будем ждать твой альбом. Думать своей головой. Я думаю, ты сделаешь такой альбом, обязательно мы его послушаем. Да. Будем ждать твои концерты, где ты будешь и петь, и танцевать, и рисовать портреты. Да, обязательно. Я думаю, это будет круто. Так, хорошо. Ну, перед тем, как попросить исполнить твою песню, чтобы она прозвучала в нашей студии, мы бы хотели попросить тебя показать нам какие-нибудь танцевальные трюки в нашей студии, чтобы мы могли и сами что-нибудь там повторить по возможности. И... А кто будет повторять? Это будет Руслан. Неповоротливый для брейк-данса этот. Нет, подожди, у тебя же мышцы работают. Одна вот эта вот только осталась. Так, ну вот покажи, вот первое упражнение, которое надо начинать начинающим брейк-дансерам. Ну, сначала растяжка, наверное, да, что-нибудь? Ну, естественно, там разминка, не разминка, мы эту часть оставим, чтобы мы могли себя немножко покалечить. Ну как? Шучу. Ясно, я понял, давай. Так что без разминки лучше этого не делать. Я напомню, что спонсор нашего вот этой тренировки, танцевальной тренировки, это гипсовый завод Карачаево-Черкесии, да, он нам пригодится, гипс давай. Повторяйте. Давай, окей. Вот так, руки вперед.
вытянули. Чуть-чуть вот так наклонились. Наклонились. Вот. И головой ударили. Это точно танцы? Это уже тяжело для меня. Подняли ногу. Ага, ногу подняли. Руки расширили и вот так. А мне точно так можете сделать сейчас в платье? Так, подожди. Ну, не, можно вот так, не да? так все. Вот так. Да. Так. Потом так, ага, дальше. Поднимаем руку. Ой, нога болит, что-то подожди. Вперед. Так. Опять опускаем этот, ага, сжимаем мы ногу. Мы уже повторили, мы и вот сюда. Ты хочешь, чтобы это повторили в итоге это вот так примерно получается. Вот, вот так, опа, а, и вот так. Та-тан-тан. Там. Я вот так вышла вперед. Вот. Так. Мы с тобой отстойные просто. Так, вот. Я понял. Русик не что участвует. Еще? Ну, у вас, я вижу, у вас... Я не могу. Ну, сейчас пока... Так, слушайте, ладно, мне тоже стало интересно. У меня есть цель повторить это. Да, давай. Нужно же не опозориться перед всеми, кто нас... А, там... Да? А мы сейчас перевесим. Давай, а где? Вот там микрофон. Или слышно? Я одно движение сделаю. Одно движение. Давай. Ты вот без микрофона теперь, давай. Вот. Ну это простое или что-то? Да. Раз. Два. Я. Должна была тоже. А, это... Да, это совсем просто. Я уже пошел и отсюда, короче. Это надо строить. Сейчас я вам покажу. Давай, Оля, ворвись. Ага. Не, ну... Так. Ну я бы, если бы знала, что я бы подготовила, что у нас будет интересно. Такая необычная прикольная часть. Да. Прикольная есть моя. Давай мысли. Уничтожь нас полностью. Вот, Не нас, да. Давай Русика. Почему нас всегда? Мне кажется, ты как-то потихоньку полностью разденешься у нас. Или что? Может, мы не про все танцы твои знаем, Зурик? Нет. Про все танцы знаете. Так, давай. Есть еще вот такое движение. Это уже из... Он как будто бы русский народный приготовился, так. Знаешь, точка. Вот и... это. Оп! Оба! Так. Так, и поехали. Так, тут попрошу чуть-чуть всех. Чуть-чуть все стороночку. А эти операторов надо изолировать? Боже, сам что он делает? Он кроссовки моет или что? Я же говорю, частично это работа схожа с работой технички. Так. Ага. Ну все. Все, готов, да? Тринговая фирма. Готово? Все, поехали. Боже, страшно что-то мне, если честно, очень сильно. О, воу, 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 как это здорово выглядит. Очень круто, браво, аплодисменты, аплодисменты. Очень, очень круто. Так что, друзья, занимайтесь брейк-дансом, вот это да. Действительно круто. Конечно, это только, не будьте только как мы. Ногу можно сломать. Вот и жизнь состоит... мышцы. Да, жизнь состоит из двух категорий людей, из трех. Одна категория показывает крутые танцевальные трюки, другие аплодируют, а кто-то просто держит руки на своем животе. Я не просто держу на нем, я его держу. А. Если я сейчас что-нибудь покажу, то это другие за этим танцем. Хорошо, пока реально мы сами начали с нашей трюки показывать, что не совсем уместно для телевидения, давайте просто на этой нотке перейдем к композиции нашего замечательного гостя Марсель Маре, песня «Думать своей головой». Просим! Злому помыслу не поддавайся ты. Пускай весь мир живет под копию, пускай только не ты. Ты должен думать своей головой, в конце дороги не сказав ой-ой-ой-ой-ой. Зачем я думал чужой головой? Должен думать своей головой, в конце дороги не сказав ой-ой-ой-ой-ой. Ну зачем же я думал чужой головой? Искренне,
не забывай про то, что ты должен думать своей головой. В конце дороги не сказав ой-ой-ой-ой-ой, зачем я думал чужой головой? Должен думать своей головой, в конце дороги не сказав ой-ой-ой-ой-ой, ну зачем же я думал чужой головой? Братишка, думай своей головой, в конце дороги не бухти ой-ой-ой-ой-ой, зачем я думал чужой головой? Сестренка, думай своей головой, в конце пути не ной ой-ой-ой-ой-ой, я думала опять чужой головой. Эй, народ, думай своей головой, чтоб в конце не кричать ой-ой-ой-ой-ой, мы ведь раньше решали своей головой.